Learn and play. ألعب وأتعلم. هيا بنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله سبحانه وتعالى كما أن جمعنا في هذا المجلس المبارك أن يجمعنا وإياكم جميعا في جنات الفردوس العليا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سلام الله غوسو دميروف ميو وصلايم ميو بروسما بومشي مير يبلغسلافيني ناشم ولوبيما مبروك محمد صلى الله عليه وسلم اي его сподвижников и все его общение. Сначала мы говорим хвала Аллаху то, что для нас есть такие вещи, которые сейчас нас соединяют из всех разных стран, нас всех соединяет, некоторые с Медины, некоторые с России, из других стран. Альхамдулилла, это большой дар от Аллаха Субхану ва Тааля. Это надо благодарить с нашей стороны, и с другой стороны, это наши обязанности уже большими стали, потому что уже нету ни у кого уже причины того, чтобы не учиться или не знать. Почему? Потому что уже знание к тебе домой приходит. Шейх просил, чтобы я на русском разговаривал, хотя я уже давно здесь живу в Медине, и русский язык половину забыл, но иншаллах я постараюсь, насколько смогу. Если надо помощь, иншаллах наш брат тоже поможет. И иншаллах, как сказал шейх, мы начинаем с того, что сурат Аль-Фатиха. Сурат Аль-Фатиха – это один, это столб намаза. Почему мы столько внимания обращаем к Фатиха? Потому что это столб. В намазе, кто неправильно читает Фатиха, то его намаз будет недействительным. Поэтому очень важно каждому мусульманину узнать Фатиха без никакой ошибки читать. И основные ошибки Фатиха это является, во-первых, чтобы не выучить Фатиху, то есть неправильно выучить, не одну аю пропустить или одно слово пропустить. И это, альхамдулилла, мало людей, кто не может выучить Фатиху. А вторые ошибки – это голосовки. Большинство ошибки, это которые из-за того, что его намаз будет недействительным, это оголосовки поменять. Почему? Потому что есть такие оголосовки в арабском языке. Если менять, то смысл меняется, то это уже ученые сказали, что кто менял это, то есть на другое, это слово на другое, то его намаз будет недействительным. Поэтому, иншаллах, мы начинаем с вами именно из басмала и до конца постараемся, иншаллах, быстренько пройти. И какие основные там ошибки, которые мы делаем, и вообще, как правильно надо выговорить. И самое, с чего начинаем, конечно, это аль-истиада. Это обращение к Аллаху, субхану ва Тааля, чтобы защитить нас от шайтана. Аль-истиада. То есть, а'удзу биллахи минаш шайтанир раджим. А'удзу биллахи минаш шайтанир раджим. Первое, что у нас, первая буква здесь идет хамза. Хамза – это из тех букв, которые выходят из горла, из самого конца горла выходят. И это мягкое слово. А, а. Ошибка, которую делают люди, они ее делают твердым. А, ау, ау. Нет, а, а. Мягкая, хамза – мягкая. После нее идет буква айн. Буква айн на арабском языке – это тоже из горла, но она выше чуть-чуть идет. А-у, а-у, а-у. Тоже ошибка, то, что буква «Айн», многие, которые не разговаривают на арабском языке, они не могут выговорить эту букву. Это надо постоянно тренироваться, это как спорт, пока язык выучится и пока он скажет правильно. Многие говорят «Ау», «Аузу», «Аузу», «Аузу». Нет, «А-у», «А-у», «А-у». После нее у нас идет буква «вау». Буква «вау» и буква «я» и буква «алиф» в арабском языке – это, как называется, коренное удлинение. Это коренное удлинение, это «мад таби'и». То есть это укоротить, если делать, это превратится из буквы в оголосовки. Между оголосовки и буквы – эти три буквы. У нас «у», «и» и буква «алиф». Между ними и оголосовки – это просто удлинение. То есть «ау» – это буква, «ау» – это оголосовка. Какая разница между ними? Это маленькое удлинение. Не сильно удлинит, что скажет «аузу» – нет. И не слишком короткое «аузу» – «аузу» – нет. «Аузу» называется коренной
коренное удлинение. Аузу. Аузу. После него идет буква «даль». Буква «даль» – это одна из трех букв, которые выходят из языка, но язык где находится? Между зубами, самым первым, то есть впереди. Язык между зубами находится. «Даль» и «та» и «ла». Аузу. Зу. Ошибка в чем бывает, что они вместо «даль» говорят «за». Аузу. Аузу. Неправильно. Аузу. Вот правильно. Аузу. Аузу биллахи. Тут буква «ба», у нас буква «ба», она выходит именно когда губы, они, то есть из губ выходит, буква «ба» выходит из губ. «Ба», «ба», вот можете попробовать. «Ба», губы, они закрываются и выходит оттуда буква «ба». И тут у нас «касра» есть. Вот эта «касра», многие, они не говорят эту «касра». «Аузу биллахи», «аузу биллахи». Нет, неправильно. «Аузу биллахи». «Аузу биллахи». Надо ясно говорить о голосовке. «Аузу биллахи». «Аузу биллахи» неправильно. После идет имя Аллаха Субхана ва Та'аля. Имя Аллаха Субхана ва Та'аля. Она звучится два разным, то есть, то есть говорится по два разных вида. Есть когда твердая, и есть когда мягкая. Если перед нее идет касра, то слово «Аллах» идет мягкое. «Биллахи». «Биллахи». А если перед нее идет фатха или дамма, то она идет твердая. Например, «Каля Аллаху». «Аллах». 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 «Ибадуллахи». «Ибадуллахи». Если дамма, то после нее идет «Аллах» твердая. Фатха после нее «Аллах» твердая. А если касра, «Бисмиллахи». «Бисмиллахи». То есть у нас это будет как правило. Если перед ней идет касра, то она идет мягкая. «Биллахи». Если фатха или дамма идет «Аллах». «Аузу биллахи». «Биллахи». Буква «Ха» тоже у нас проблема у многих братьев и сестер. Что они говорят? «Биллахи». «Биллахи». Почему? Потому что буква «Х». Буква «Х» это тоже выходит из горла. И многие они именно они пользуют язык, чтобы выговорить эту букву. Поэтому у них неправильно выходит. Надо именно из самого горла. Вот откуда выходит воздух. Оттуда начинается. Вот оттуда мы говорим «Ха». «Ха». То есть вообще ни язык, ни губы, ничего там не пользуем. Просто выходит. Мы даем воздуху, чтобы выходить. И не так сильно «Ха». «Ха». И не так сильно «Ха». Нет. «Ха», «Ха», «Аузу биллахи». И «Ха» тоже это мягкая буква. Это не из твердых букв, нет, это мягкая буква. Некоторые говорят «Биллахи», «Биллахи». То есть они и «Аллах» делает твердое, и «Ха» тоже делает твердое. Нет, нам надо говорить «Биллахи», «Биллахи». И обратите внимание на «касра» здесь тоже. Мы же сказали, если чуть-чуть удлинить касра или фатха или дамма, то она превратится в букву сразу. Если мы скажем «Биллахи», это уже не касра, это уже буква «Я». Это уже значение совсем уже другое. Слово «Биллахи» и «Биллахи» совсем разные значения, это два слова. Поэтому нам надо не удлинить сильно и не укоротить сильно. «Биллахи», «Аузу биллахи». После этого идет «Аузу биллахи мина». Мим у нас тоже мягкая буква и тоже касра обязательно. То есть обратит внимание на касра, то есть на оголосовки. «Аузу биллахи минаш, минаш, минаш». Сразу от «нун» идем к буква «эш». То есть вот это «алиф лам» мы не читаем. Почему? Потому что тоже «алиф лам» в арабском языке есть два вида. Есть, которая читается, есть, которая не читается. Это, иншаллах, может быть, у вас будет отдельный урок по этим правилам. Но, иншаллах, хотя бы вы будете знать, что есть два разных вида «аль». «Аль» – «та'риф» в арабском языке есть два вида. Есть, которая читается, которая не читается. Одна называется «камария», одна называется «ашшамсия». «Шамсия»
Qamariya – это «ibghi hajjak wa khaf aqima». Если вот эти буквы, 14 букв, после них идет, то это «лам» читается. А если другие, остальные буквы, то не читается. Здесь у нас «шин». «Шин» – это из букв, которые перед ними «аль» не читается. Поэтому мы говорим «минаш», «минаш». Вообще мы не читаем «альф», «лам» не читаем. «Минаш». И «шин» у нас буква, чуть-чуть надо удлинить ее. «Ш». Тафаши. «Минаш», «минаш», «минашай», «минашай». Буква «я» тоже у нас, она мягкая. «Нишай», нет, «нишай», «аузу биллахи», «минашай», нет. «Минашай», «минашай», после этого «та», «минашай», «тани», «тани». Буква «та», она твердая у нас. И плюс того, что после нее «алиф» идет, это самое твердое место, где она бывает. «Шайта». Неправильно они многие говорят, вместо «та» говорят «та». «Шайтани», «шайтани». Нет. «Шайта», «шайта». «Аузу биллахи минаш шайтани». «Нун». У нас буква «нун». Опять же, обратите внимание на голосовки. «Минаш шайтанир». «Нир». А некоторые говорят «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим». «Шайтанир раджим». Нет. «Шайтанир». «Нун». «Касра». Сразу идем на «ра». Почему? Опять же, потому что тут «аль», который не читается. «Минаш шайтанир ра». У нас буква «ра». Надо обратить внимание, чтобы она не повторилась у нас. «Р». Нет. Нельзя. «Минаш шайтанир». «Минаш шайтанир раджим». Некоторые говорят «минаш шайтанир раджим», «нир раджим». Нет. Обратите внимание, чтобы у нас «ра» не повторилась. «Аузу биллахи минаш шайтанир нир раджим». Буква «джим». Опять же у нас эта буква выходит из языка. Многие говорят «раджим», «ж», «ж». Нет, не «ж». Многие говорят «рагим», «рагим». Тоже нет. Многие, то есть, ее делают «калкала», хотя здесь «калкала» нету, «ар-раджим», «ар-раджим», нет. Надо вот, то есть, не сильно, то есть, тянуть на, то есть, давить на язык. «Ар-раджим», «ар-раджим», «ар-раджим». И у нас после нее идет буква «я», и это, как мы сказали, это коренное удлинение. «Раджим», «раджим». Если не давать вот эти коренное удлинение, будет «раджим», «раджим». Это будет как буква «я» уже нету. Надо обратить внимание. И так же самое не сильно удлинит. «Раджим». Здесь можно удлинить на 2 или на 4 или на 6 харакат. Но если вы начали с одной там размером, надо со всеми так делать. То есть «ар-рахим», «ар-раджим», «Аль-Аламин», чтобы у нас как будто для всех одинаковые. Здесь 2, везде 2. Здесь 4. «Раджим», «Рахим», «Аламин». Все одинаковые будут. Не чтобы один раз сказать «Раджим», потом «Аламин», «Дин». Нет, чтобы все одинаковые были. «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим». После этого «Би». بسم الله الرحمن الرحيم. بوكفا با опять же كسرة обязательно надо обратить внимание на нее. Многие говорят بسم الله بس بس нет بي بسمي بسمي ميم كسرة идет на ميم идет كسرة. Многие говорят بسم الله بسم الله нет بسم الله ميم كسرة. Син, у нас син, альхамдулла, в русских нету проблем с ним. Бисми, бисмилла, бисмиллахи. Здесь лахи тоже как предыдущие, мы уже ее вздали. Бисмиллахи рах, рах. Буква ра, опять же, чтобы не повторилось у нас, аррах. Буква ха, у нас проблема с ней. Некоторые говорят аррах, аррах, нет. Аррах, аррах, нет. Аррах, аррахмани.
ни ар-рахмани, нет. Ар-рахмани, нет. Ар-рахмани, нет. Не надо ни калькала делать, ни превратить в ха, ни превратить в ха, нет. Именно, чтобы ар-рахха тоже выходит из середины горла, чтобы мы обратили внимание. Ар-рахма, ар-рахма. У нас буква мим, мягкая буква. Многие ее твердую делают, как ар-рахмани, ар-рахмани, нет. Ар-рахмани неправильно. Мим – это у нас мягкая в арабском языке. Не бывает, чтобы она была твердая. Ар-рахмани, ар-рахмани. Ар-рахманир, рахманир рахим. Многие говорят ар-рахманир рахим. Ар-рахманир рахим, нет. Нир рахим, ар-рахманир рахим. Буква «ра» опять же, и «ха» мы уже знали. Мим в конце многие калькала делают для мим. Как ар-рахим, ар-рахим, нет. Многие удлиняют мим. Ар-рахим, нет. Надо просто закрыть губы, и чтобы вышел маленький звук именно из носа. Это называется гунна. Ар-рахим, ар-рахим. Не ар-рахим, ар-рахим, нет. Ар-рахим, нет. Ар-рахим. После нее начинается именно сама аль-хамду. Аль-хамду. Нам надо обратить внимание на букву «ха». Многие говорят «аль-хамду». Аль-хамду. Неправильно. Буква «ха» – это обязательно нам всем надо выучить, потому что эта буква повторяется много именно в слово, именно в сура Аль-Фатиха. Несколько раз идет эта буква «ха» и буква «ха». И нам надо выучить эти буквы, именно тренироваться на это. «Аль-ха», «аль-хам», «аль-хам-ду». Даль, многие делают ее «та». «Аль-хам-ту», «аль-хам-ту», «аль-хам-ту». Нет. «Аль-хам-ду», «аль-хам-ду». «Аль-хам-ду лилляхи». Лам у нас идет кесра на нее. И лам у нас она мягкая. И лам она выходит из языка, из самого конца языка спереди. Аль, аль, аль-хамду, аль, аль-хамду. Лиллахи, лам кесра. Нельзя говорить аль-хамду лиллахи, аль-хамду лиллахи. Нет. Аль-хамду лиллахи. Аль-хамду лиллахи. Хи, лилля, хи. Тут же опять же говорят аль-хамду, аль-лилляхи, лилляхи, неправильно. Многие говорят лилляхи, как сказали, ха, тоже надо выговорить. Рабби, рабби. У нас здесь ра, не повторит, аккуратно, чтобы не повторилось. И у нас буква ба, на нее шадда. Шадда – это как удвоит эта буква. Это как мы должны услышать две буквы. Раб, би. Раб, би. То есть обязательно. Если сказать раби, раби – нет. Альхамду иллахи раби л'аламин – нет. Раб, би. Раб, би. У нас первая как будто скун на нее, а вторая на нее кесра. Альхамду иллахи раби л'аламин. Аль-аламин. Буква «Айн», аккуратно. «Аль-Аламин» – неправильно. «Аль-Аламин» – неправильно. Нет. «Аль-Аламин», «Аль-Аламин». Буква «Нун» тоже, когда мы на нее заканчиваем, идет маленький звук, идет именно с носа, но не сильно его делаем. Не сказать «Аль-Аламин». Некоторые говорят «Аль-Аламин». Нет. Аль-Аламин, Аль-Аламин, тоже неправильно, нет. Аль-Хамду лиллахи Раббиль-Аламин. И остановились. Ар-Рахмани, А, буква А, у нас мы сказали, что мягкая. Мне которые говорят Ар-Рахмани, А, Ар-Рахмани, нет. Нам надо смотреть такое, А, Ар, Ар, Ра у нас, чтобы не повторилось, Ар-Рах, Ар-Рах. Ха, когда на нее секунд, она надо чуть-чуть, чтобы
звук был слышно, то есть когда выходит звук рах, ар-рах, ар-рахмани, ар-рахмани. После этого идет ар-рахмани, ар-рахим, малики, малики, не малики. Мне многие, буква мим, у нас проблема, что многие твердые ее делают. Малики, малики, нет. Ма, мягкая. Малики, малики. И опять же каф, чтобы не удлинит буква каф. Там же идет касра снизу. Если удлинит, малики яуми. Это уже будет разное, уже будет неправильный намаз. Потому что как будто множественное число. Малики яумиддин, как будто их много. А Аллах един. Малики, касра. Малики яуми. Яу, яу. Буква вау, чтобы, когда мы говорим, губы у нас круглыми и чуть-чуть впереди. Яу, яу, не сильно удлинить. Яуми, нет. И не сильно укоротить. Яуми, яуми, нет. Яумиддин, яуми, яумиддин. Буква даль, обратите внимание, чтобы не сказать тин. Яумиддин. Многие говорят, я много раз слышу. Яумиттин. Дин – это религия, а тин – это вид фруктов. То есть совсем будет слово другое. Поэтому надо обратить внимание, чтобы ад-дин. Там шадда есть. Ад-дин. Малики яумиддин. Дин. Опять же, нон, смотри, чтобы не делать калькала дин. Дин. Нет. Малики яумиддин. После этого слова ияка тоже из слов, которые там многие ошибаются, или они, то есть не ставят шадда, там у нас шадда это две буквы. Ия, ия. Что говорят? Ияка, ияка. Или ияка, ияка. Нет, не так и не так. И многие говорят ияка. Нет, тоже неправильно. Не сильно тянут, не сильно удлинит и не сильно укоротит. Надо, чтобы все как будто один, то есть одна мерка для всех. Ияка, ияка, ияка на'буду, на', буква айн. Многие говорят на'буду, на'буду. Айн тоже выходит из горла. И это тоже из букв, которые... То есть, которые не разговаривают на арабском, им трудно говорить, но надо выучить, иншаллах. И Аллах это облегчит, если мы много будем стараться, иншаллах. Аллах нам это облегчит, иншаллах. На, ияка, на, на, не на, на буду, на буду, нет. Ияка, на, буду, на, буду. И смотрите аккуратно, чтобы даль тоже не сильно удлинить. На'буду, нет. Ияка, на'буду, ва ияка. Опять же самое, ияка, ва ияка, нас, нас, син. Нас, та. Та у нас мягкая. Многие, может быть, они твердые делают, она будет как будто та. Нас, та'ин, нас, та'ин. Син, они делают как сад. А та они делают как та. Настаин. Нет. Надо. Настаин. Все мягкие. Все они мягкие. Настаин. Настаин. Ияка на'буду ва ияка настаин. Ихдина. Ихдина. Ха. Ихдина. Неправильно. Ихдина. Неправильно. Ихтина. Неправильно. Ихтина. Неправильно. Ихдина. Неправильно. Ихдина. Вот так. Ихдинас. Ихдинас. Сразу от буквы нун идем к сад. Это алифлям не читается, потому что это шамсия, которая не читается. Ихдинас сирата. Сирата. Слово сират. Многие говорят сира, си, вместо сад говорят си. Ихдина сира, сира, неправильно.
сирата. Не говорят сирата. Та неправильно, потому что та и та, они рядом друг с другом, но одна из них твердая, а одна из них мягкая. Здесь которая твердая. Сирата. Ихдина сираталь. Сираталь. Сираталь неправильно. Сираталь неправильно. Ихдина сираталь мус. Сираталь мус. Опять же, на мим есть дамма. Много ихдина сираталь мус. Мустаким. Как будто они сильно, то есть быстро проходят. Нет. Ихдина сираталь мус. Та, муста, не мустаким, нет, мустаким, мустаки, не ки, мустаким, неправильно. Многие говорят, ихдина сираталь мустаким, нет, мустаким, нет, мустаким, мустаким. И опять же мим, смотрите аккуратно, чтобы калкала не делал, не говорит мустаким, мустаким, нет. اهدنا الصراط المستقيم صراط то же самое слово صراط الذين الذين обратите внимание на буква ذال как мы сказали буква ذال она выходит когда язык находится между зубами ذال не ذا الذين не الذين الذين неправильно صراط الذي الذين ذال и после у нас после у нее у нас идет я это коренное удлинение то есть если короткое делать это будет ошибка صراط الذين الذين صراط الذين صراط الذين это удлинение она коренное нельзя ее укоротить صراط الذين أنعمت أنعمت Здесь у нас нун мягкая, не ам, ам, амта, нет. Ам, амта, неправильно. Айн, опять же, ан, амта, ан, амта. Тоже неправильно. Ан, амта, тоже неправильно. Эти все, которые я вам говорю, ан, амта, вот эти все, есть разные люди, которые разные ошибки делают. Как они услышали, субханаллах? Они так говорят, поэтому мы говорим по-разному, как она может быть неправильная. صراط الذين أنعمت أنعمت ت мягкая. Если сказать أنعمت أنعمت, это будет неправильно. Это уже твердо. Это на та переходит на та. صراط الذين أنعمت أنعمت не أنعمت عليهم нет. أنعمت علي علي. Опять же здесь у нас я обратил внимание. Здесь тоже есть мед. عليهم ها ها. Выходит из горла, не из языка. عليهم عليهم him him нет. عليهم не عليهم. Немного есть, который говорит عليهم عليهم ها. У нас буква ها. Как мы сказали, важное. عليهم صراط الذين أنعمت عليهم мим, смотрите, чтобы не делать قلقلة. غين. У нас буква غين выходит из самого верх горла. И она твердая. غ. غي. غيري. غيري. غ. Многие говорят غيري. غيري. То есть они не могут говорить غ. Говорит غير المغضوب нет غير المغضوب غين из горла выходит غيري буква ра у нас тоже она бывает что она из букв которые бывают и мягкие и твердые это тоже если она сама на нее идет касра то она мягкая если на нее идет фатха или дамма то она твердая А если на нее сукун, мы смотрим на букву, которая перед нее. Если она касра, то мягкая. И если она фатха или дамма, то она твердая. Это в общем. Там есть другие там нюансы, то есть, которые она... Но это в общем, она зависит от фатха
и дамма будет твердая, и от кесра она будет мягкая. Здесь на нее идет кесра на дни. Поэтому мы говорим гайри, гайри. Мы не говорим гайри, гайри, гайри неправильно. Почему? Потому что здесь кесра, а когда идет кесра на дра, она должна быть мягкой. Гайри лмау, мау. Опять же, мау, не мэг, мэгдуби, мэгдуби, нет, мау. И смотрит аккуратно, чтобы гайн, здесь на нее сукун идет, чтобы не делать калькала. Мэгу, мэгдуби, мэгдуби, мэгдуби неправильно. Гайри лмау, мэгду, ду. У нас буква дад, она выходит из языка, один из, то есть с одной стороны языка, или справа, или слева. И она тоже из твердых. Дад. Дад. Это арабский язык называется лисану дад. Говорят, что это буква только в арабском языке есть. Дад. Магду. Магду. Не магду. Магду. Не. И не магду. Магдуби. Магдуби. Это все неправильно. Нет. Магдуби. Дуби. И здесь у нас тоже буква вау идет. Перед нее, которая дамма. Коренной, коренное удлинение, то есть нельзя ее коротким делать. Гайри лмагдуби. Если мы скажем гайри лмагдуби, дуби, дуби, нет. Дуби, магдуби. Слово алейхим то же самое, то, что было в предыдущей. Вала ба, вала ва. Вау мягкая. Смотрим, чтобы не сказать ва, ва. Ва, не ва, ва, вала ба, неправильно. Ва, вала, вала, лам тоже мягкая, нельзя твердое делать. Вала, вала ба, нет. Вала ба, бад у нас твердая, да, надо ее твердой сказать. И смотреть аккуратно, чтобы не говорить ее как даль. Вала далин, вала далин, неправильно. Вала ба, вала ба. И тут у нас удлинение обязательное на 6 идет. И лям тоже у нас мягкая, чтобы мы сказали «Валя баллин». «Валя баллин». Нет. «Валя баллин». «Баллин». Вот лям на нее шадда есть, поэтому мы должны услышать две буквы. Первая, она как будто на нее скун, а вторая как будто на нее касра. Валя баллин. Валя баллин. Я у нас тоже мягкая, перед нее идет касра. Это тоже коренное удлинение. Лин, лин. Если меньше делать, это уже как будто эти буквы вы не говорили. Валя баллин. И нун, тоже чтобы остановиться на ней, звуком, который выходит из носа, с хайшом, гонна, но главное, чтобы ее не сильно удлинить. Валя баллин. Нет. Валя баллин. Нет. Валя баллин. Вот это, иншаллах. И слово «Амин» в Коране не написано, поэтому это только когда в намазе, иншаллах. Если имам говорит «Валя баллин амин», то мы тоже за ним говорим «Амин». Это то есть просим Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы это фатиха, это как дуа, чтобы ответили на этот дуа. А обычно, если мы будем просто так читать, то есть не из сунны постоянно говорит «Амин» после фатиха. Валлаху аалям, ва салляллаху аля набина Мухаммад, ва аля алихи, ва сахбихи аджмаин. Тфаддалу шейхана.